Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня что мы с вами делаем? Сегодня мы вяжем пэтчворк спицами. Не вяжется отдельно, а потом сшивается. Это все вяжется одним полотном. Варьировать вы его можете как хотите. Вот так вот выглядит изнанка. Если это одним цветом, то, конечно, узлов нету. Если есть несколько цветов, я вам покажу несколько вариантов как бы заправки этих нитей. Это мы разберем обязательно. Вот. Ну, еще что хочу сказать, что очень красиво будет из секционной пряжи. Оно само по себе распределиться хаотично и будет очень красиво. Не успела я образец, конечно, связать, хотела, но не успела. Значит, что у нас лежит в основе? В основе лежит квадратик. Квадратик у нас вяжется вот так вот, отсюда сюда. Итак, для начала мы определяемся с размером квадратика, да. Вот вы, допустим, померили, у вас ширина 5 сантиметров, это у нас 10 петель, да, образно, ну, в смысле, к примеру, я говорю, значит, нам нужно 2 ширины квадрата, 1, 2, плюс 1 петля. То есть, если у нас ширина квадрата 10 петель, то набрать нам нужно сколько? 21 петлю. Одна ширина 10 петель, вторая ширина 10 петель, плюс 1 петля. 10 плюс 10 плюс 1 петля. Набираю, я набираю 21 петлю. 21. То есть, девчонки, в любом случае, в зависимости от величины вашего квадрата, у вас будет нечетное число, потому что везде будет вот это вот плюс 1. Сейчас все поймете. То есть две ширины, даже если две ширины у нас с нечетными числами, то все равно плюс 1 дает нечетное потом по итогу число. Значит, первый ряд вяжем лицевыми петлями. Что касается узора, здесь у меня за основу взята платочная вязка. Можно ее, конечно, заменить на какой-то другой узор. Вот, но дело в том, что если другой узор, возможно, не всегда, будет этот квадрат неравносторонним. Поэтому пробуйте, для начала попробуйте. Итак, второй ряд. Теперь что мы делаем? Если у меня 10, сторона равна 10 петлям, я вяжу эти 10 петель. Кромочные входят в эти петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и вот 10. Здесь у нас 9, вот 10. Вот эти три петли центральные мы провязываем вместе. То есть вот эта одна петля, которая была плюс 1, она у нас идет по центру, вот по диагонали, прям сюда заканчивается. И по одной петле мы сокращаем с каждой стороны. И здесь осталось 9 петель. Изнаночный ряд. Вернее, третий ряд, он по счету получается нечетный, как бы лицевым, но он у нас будет на изнанке. И в последующем как бы вязании тоже. Четвертый ряд мы вяжем 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И провязываем 3 вместе. И осталось у нас 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Следующий ряд вяжем изнаночный. То есть в каждом ряду мы сокращаем, вернее, в каждом лицевом ряду мы провязываем по 3 петли. Если я, допустим, вот у меня 1 петля, здесь 10 и 10. Здесь я провязываю по 3. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, что я считаю? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И по итогу у нас останется здесь одна петля. То есть в каждом втором ряду мы провязываем вот эти вот по 3 вместе по центру. То есть вязание у нас идет, вот еще для большего понимания, вот таким вот образом. Так, это что касается самого ромба. Сейчас я довяжу до конца, там, где у меня, пока у меня не останется одна петля, вернее, три девчонки. Потом я вам покажу, как это все в конце. Итак, первый квадрат у меня готов. Потом он выровняется. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот 10-й раз, где у меня 3 петли последние. Значит, вот отсчет идет отсюда, как бы вот первый квадрат. Что нам теперь нужно? Мы последние 3 петли провязываем. Теперь нам нужно восполнить вот эту вот сторону. То есть сейчас мы пойдем вот так вот. То есть вот здесь вот, видите, стрелкой мы закончили здесь. Теперь идем сюда и сюда. То есть набираем петли для следующего ромба. Ой, для этого нам нужно. Вот считаем это как первую петлю и пошли из кромочных. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Этих петель кромочных при любом раскладе, при любом квадрате вам должно хватить для восполнения как бы следующей стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь 11-я петля, которую мы либо можем сделать, либо воздушной, но я ее набираю вот здесь, вот подхватываю и набираю ее из полотна. Далее вот эта сторона, она у нас пустая. Значит, 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Итого у меня на спицах снова 21 петля. И снова повторяем все то же самое. Первый ряд вяжем лицевыми, без изменения. Сейчас я еще покажу вам, как менять как бы нити, именно в какой момент менять цвет нити. Ну и все нюансы, я думаю. Здесь у нас видим, да, что нить не прерывается, она только прервется в конце ряда. Вот, чтобы начать следующий ряд. Вот. Так, и теперь мы начинаем вязать следующий квадрат. Все то же самое. 9 петель, 3 посередине вместе. Так, 1, 2, 3, 4. Я уже потерялась. То есть сторону квадрата мы определяем в самом начале и уже отталкиваемся от одной и той же цифры. Вот если здесь у меня 10 петель сторона квадрата, то здесь в образце у меня 12 петель. И всего у меня фигурирует 25 петель в работе. То есть 12, 12, 24 плюс одна петля вот эта вот центральная. Итак, я заканчиваю второй квадратик. Вот уже у меня осталось 3 петли. Сейчас, либо если я хочу продолжать как бы в ширину вязать, то я продолжаю точно так же, как и здесь. Вот, смотрите, 3 петли. Либо я набираю следующий квадратик, вяжу, либо я заканчиваю. Заканчиваю просто 3 петли вместе, нить обрезаю. Да, в этом моменте ее нужно, к сожалению,
Да, в этом моменте ее нужно, к сожалению, резать. Теперь что мы делаем? Мы переходим на следующий ряд. Каким образом? Теперь вот смотрим, да, допустим, у нас 10 или вот так, как и было. Теперь у нас идет как бы следующий ряд. Вот он, вот они, наборные петли. И идет справа налево следующий ряд. Что мы видим? Значит, мы видим, что здесь у нас открытый срез. Это значит, что петли нужно набрать, а следующие, как бы, следующую сторону ромба мы набираем из вот этого квадрата. Для этого, то есть 10 петель мы набираем из воздуха, ну, то есть воздушные, да, в этот раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Центральную петлю тоже мы можем набрать воздушную, но я делаю отсюда, где-то оттуда. То есть отсюда у меня пойдет петля, но где-то оттуда я набираю еще рядышком эту дополнительную, тем самым просто край потом получается ровнее. И 10 петель из кромочных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот 21 петля. Теперь опять все то же самое. Вяжем один ряд лицевыми петлями, первый ряд, и со следующей, со второго ряда начинаем делать вот эти вот, вязать наш ромб. Все. Теперь, девчонки, что хочу? Далее, нюансики. Значит, что у нас далее? Так, далее у меня вот эта штучка. Так, значит, при вязании вот это вот, у нас получается, что у нас каждый квадрат мы меняем нить. Вот никак не получится ее не менять. Максимально, как бы, оптимальный упрощенный вариант — это секционная пряжа, чтобы было и красиво, и просто. Вот. Значит, в том моменте, когда у нас осталось 3 петли, мы уже берем следующую нить, потому что если мы не возьмем ее, то вот этот второй цвет у нас затянет аж сюда, а нам этого не нужно. Нам нужно, чтобы квадрат, ромб закончился. Значит, помним, да, здесь у меня сторона 12 сантиметров. Я беру вот эту нить. Нити с изнанки, как бы, либо крючком, сейчас, либо вот таким вот способом, я еще один способ, как бы, вот эту связку нити я беру и вытаскиваю петли, значит, одну вот таким вот образом, то есть эти нити над рабочей нитью. Далее опускаю вниз одну, следующую с ними внизу, потом снова вверх ввожу рабочую под эти ниточки. Далее снова опускаю, то есть чередую, тем самым они у меня получатся вплетенные сюда, и их не нужно будет потом продевать крючком. Вот, вот таким вот образом, видите? Так, 12 петель, значит, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 и 12. И вот теперь смотрим, вот эту петлю мы вытаскиваем, 13-ю, в тех квадратах бы это была 10, 11-я, вытаскиваем из предыдущего цвета, видите? И далее 12 отсюда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот сейчас на цветном очень хорошо видно, что стороны хватает всегда. Центральная петля из цветной предыдущей. 12, 12, 1. И далее я вяжу лицевыми петлями ряд.
и потом начинаю делать ромб. То есть здесь у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 сокращений. То есть понятно, да? Я думаю, нюансы все понятны. Ну и, соответственно, если не продевать, как бы не захватывать вот эту нить от узелка, то крючочком, классическим способом. Что по мне, так это напряжнее, чем делать, как бы, вот так, как я показала только что. Вот сразу их обработали и забыли. А потом уже начинаю, я не люблю вот это, когда на полотне много вот этих узелков, и ты его поворачиваешь и смотришь, и начинаешь продевать вот эти вот все ниточки. Боже, как же это мне не нравится. Так, что можно связать этим способом? Любую вещь, которая у нас из квадрата или из прямоугольника. То есть и кардиганы можно вязать, и джемпер можно вязать, просто вырез лодочкой будет, и спущенный рукав. Майки, топы тоже можно таким способом вязать, и вот этот квадрат будет вот так вот по диагонали, и будет очень красиво смотреться. Пледы, подушки — это само собой разумеющееся, и это. Еще какие у вас идеи, пишите, пожалуйста, в комментариях, девчонки. А я с вами на сегодня прощаюсь, с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока!